А в Заволжском районе водитель сбил женщину и ребенка на нерегулируемом переходе. 4-летний малыш скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что водитель был пьян. На улице Кривого также автолюбитель под градусом наехал на подростка. Мальчик госпитализирован. Всего за первый квартал года 1800 нарушений правил дорожного движения совершили именно пьяные водители. При этом в городе участились случаи детского травматизма на дорогах. В мае каждого года проходит операция «Внимание, дети». В связи с тем, что перед летними каникулами необходимо обязательно каждому школьнику напомнить о правилах дорожного движения. Вблизи учреждений образования, там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, там, где в любую минуту могут выбежать дети на дорогу, водителям необходимо быть наиболее осторожными и внимательными.